Привет, мальчик. А, боишься гуся, сука, иди, я тебя укушу. Иди сюда, мальчик. О, да, пошел. Ребята, всем привет. Добро пожаловать на мой канал Телекоплей. Мы сегодня с вами играем в симулятор гуся. Гусь Геннадий снова в здании. Почитал ваши комментарии, мне написали, как что вообще, короче, делать. Я сделала все, утащила туда подальше. Вот, нужно осталось только вот эту шляпку и заставить его одеть. Написали, что нужно отодвинуть где-то какую-то коробку. Я вот сейчас попытаюсь понять, где нужно и какую вообще коробку отодвинуть. Сейчас побегаем, что-нибудь с вами решим. Давайте где-нибудь сюда посмотрим. Так. О, ничего себе. Не, ну вот это вот явно я как-то не открою. Вот этот, наверное, ящик надо отодвинуть. Короче, смотри, ну-ка. Да, ну давай, иди сюда, ну-ка. Так. Ну-ка. О-о-о! А как мне выйти отсюда? Подожди. Гусь. Все нормально. И что теперь делать? Ну, я жду. Я гусь. Умный гусь. Я такой, я в дыре. И что? А как у нас... Давайте его позовем. Дед! Не помню, как отдалять на полную. Вот так. Но что-то деда не видно. Дед! А где дед-то? А чем дед занимается? Дед! Дед, давай быстрее, иди сюда. Дед! Дед, я твою капусту шатал. Дед, я твою капусту двигал. Все, давайте ждать деда. Сказали, что он вроде бы как должен сюда прийти рано или поздно. Быстрее в дырку! Беги, беги, беги! Беги! Беги, 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 беги! Беги! Щеми! Щеми, гусь! Что ты такой милый? Пошел нахер, старый хурма! Хурменный, сраный пердун! Нахер ты не достанешь свою шляпу! Понятно, не будет у тебя шляпы, старый ты жопошник. Не будет, я сперла у него шляпу. Так и что, он оденет новую шляпу или нет? Вот в чем вопрос. Я ее нафиг уведу. Дед никогда эту шляпу не найдет. Никогда. Вот, смотри, его вот сюда ее засуну. И все. Ну что, дед, попробуй, давай. Ага, давай, попробуй, сбери свою шляпу. Вот так ты его задоминировала. Сколько надо было долбиться с этой шляпой? И чё, где дед теперь? Он, по-моему, вплавь за ней пошел. Не говорите, что он пошел за ней вплавь. Дед! Где этот старый хрыч? Принести на пикник? Так, заставить садовника. Он что-то не надевает свою шляпу. О, надел новую. Вот так вот, все. Отлично! Теперь он, смотри, какой красивый! Это ты куда там полез? Это что такое за табличка? Нет, гусям! Ты чё? Каким нет гусям? Я как дам тебе нет гусям? Офигел, что ли? Ладно, пусть он пока занимается, мы с тобой пойдем устроим себе пикничок. Мы как раз в прошлой серии с тобой перетаскали все необходимое на отдаленный остров. Вот, и теперь это осталось вот сюда вот принести. Поэтому чё? Я думаю, это будет проще всего сделать. Значит, яблочко. Вот такое вот вкусное, наливное. Главное, чтобы дед не заметил. А то, если заметит, он придет, это все отберет у меня опять. Но я надеюсь, он не заметит. Так, яблочко. Яблочко на пикничке. Это же замечательно. Прям даже что-то стемнело, вам не кажется? Тыковку давай, тыковку. Дед вроде бы не заметил, как я спер у него тыковку. Так, на пикничок, о, подожди, задача у меня все, заставить садовника ударить себя молотком по пальцу, зачем? Ну вот мы гусь такой агрессивный, ну ничего, сейчас заставим как-нибудь его ударить, но сначала я хочу собрать себе вещи на пикничок. У меня еще есть ключи, непонятно для чего, но тоже, наверное, зачем-то нужны. Но пока я себе разложу пикник для себя и милых голубик. Голубей. Голубей, голубей. Позову голубей на тусовку. Они любят жрать все, что попало. Поэтому им не привыкать. С полу, не с полу, от крысы, не крысы. В общем, им это все нравится. Так, берем. Это не то.
Нам нужна морковка. Ну, сэндвич тоже подойдет. Конечно, рутина началась вот это вот переносить. Так. Засчиталось? Так, термос, радио, сэндвич. Так, в смысле, а чё? Сэндвич еще один? Ладно, давай еще один сэндвич. Для кого же я устраиваю такой чудесный пикничок, а? Морковочку берем. Какой я усатый господин, усатый гусь. Гусь с морковью. Смотри, какой деловой у мамы. Я у мамы деловая колбаса. Сейчас надо будет как-то дядьку нашего заставить, садовника там облашиться. Это что такое? А, это радио-то не берем пока. Это термос, термос берем. Просто радио как берешь, оно начинает это... И садовник такой, так, мое радио. И все. И лавочка-то закрыта. Но если его в воду вроде бы как помочить... Так, возьми, пусть. О, сэндвич. Ебой. Вроде бы как все для пикника теперь есть, кроме радио. Смотрим список задач. Радио осталось, и все, устроить пикник, давай. Дела, я такой важный гусь. Важный гусь, я тебя кусь-кусь. Берем, значит, радио, 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 вот, вот это. Воду его, воду, 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 воду. О, все, сломали его, выключили. На секундочку, чтобы дед не слышал. И наш пикник... Хорош! Ой, какой красивый пикничок. Ладно, пойдемте как-то деда заставлять ударить себя по пальцу. А он все это время забивает эту табличку или нет? Может быть, надо гоготать на него? Типа, ха-ха, лох. Ну-ка, давай попробуем. Ну-ка, давай попробуем. Так, гусь-гусь. Подожди. Да, я ее нахер вырву. Гусь-гусь-гусь-гусь-гусь-гусь. Гусь-гусь-гусь-гусь-гусь. Гуси-гуси-га-га-га. Есть хотите? Смотри, дед. Дед. Дед, смотри, что я сделал. Смотри, какой шаловливый гусь, а? Видал, что делаю, а? А, кусь, кусь, я гусь. Молоток тоже заберу. Он почти себя ударил по голове. Я видел, как он ударил себе. Дай мне сюда. Нет, не ударил. Может быть, он сейчас, когда начнет гневать, я типа начну на него гакать. Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Смешно. Га. Га-га-га-га-га-га-га-га-га. Тихо, смотри, у меня табличкой тыкает. Ты че, охерел? Гав. Ну-ка, надо, когда он молоток возьмет, нужно, видимо, подгадать момент. Сейчас, он будет ударять, а мы сделаем га-га. Так. Во-во-во-во-во-во-во-во. Сейчас, подожди. Подожди. Ха-ха-ха! Е. Ха. Соси бебру. Старый хер. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцам. Замечательно, я прошел сад, я пошел дальше. Допусти меня, негодяй, я пошел дальше по своим важным гусиным делам. У меня тут город открылся, бескрайние дали, я важный гусь. Я гакаю. Понятно вам? Чудесное приключение. Ой, а меня машина не собьет? Не сбивай меня, машина. Что это за речка такая? Что за речушка? Наверное, у машины... О, мальчик. Привет, мальчик. А, боишься гуся, сука, иди, я тебя укушу. Иди сюда, мальчик. О, да, пошел. Куда? Иди отсюда, сраный, я тебя укушу. Ну-ка, стой, 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 куда пошел? Ну-ка, иди сюда. Очкарик, лошарик. Так, ну-ка, дай сюда, оп. Не-не-не-не-не-не-не-не. А что мне надо сделать? Дело, сломать метлу, запереть сопляка в телефонной будке, заставить сопляка надеть не те очки, заставить кому-нибудь выкупить свои очки. Нихера. Так, подожди, а где мне заставить его очки? Не, ну, во-первых, я их кину здесь. А где мне взять-то? Нифига себе, тут у меня... Ого! А где я возьму не те очки-то? Здравствуйте, женщина, я гусь. Я гусь? Да не ты, не пихай меня! Я благородный гость, не то что ты. По веникам своим паленым меня не трожь. Блин, ну с пацаном я лихо разобралась, конечно. Надо оценить обстановочку. Так, самолетики, а он ползает все еще. А, так он раком на карачках стоит. Тю, братан, ты так долго будешь это самое делать. Так, что надо сделать? Еще раз. Заставить сопляка надеть не те очки, заставить кого-нибудь выкупить свои вещи, попасть на ТВ, сходить в магазин, положить в корзину зубную щетку, туалетную бумагу, щетку, расческу, консиль... Ё-моё, вот это прикол. Ладно, пойдем в магазин. Важный гусь идет в магазин. Та-та-та. А, надо его, видимо, вызвать кого-то. А может быть, надо разбить мячиком? Гусь, гусь, гусь. Гусь, 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 гусь.
Подожди, я думаю, реально нужно взять вот этот мячик. Да-да, его возьми, мячик. Что-то я не понимаю, как мне попасть в магазин. Давайте посмотрим, что тут вообще в принципе есть. А, вот корзина. А вот это, наверное, магазин. Туалетная бумага. Ну, давай. Давай положим в корзину туалетную бумажку. А, она заметила, я понял вас. Хорошо, такая женщина. Заметущая. А дальше, если я пойду, то куда приду? Ё-моё, здесь так много всего. Это что такое? Какая-то рация. Папа-папа-рации. А, может быть, вот это магазин? Женщина, ты не хочешь его открыть? Слушайте, по-моему, с садовником было проще, чем здесь. Ну-ка нахер, дай мне свою метлу. Давай, отрывай ее. А-а-а! Поняла? Все, теперь у тебя нет метлы. Теперь у тебя нет метлы, соси метлу. Так, хорошо, мы первое задание сделали. Давайте вот сюда вот эту хрень всю сделаем здесь. Ну-ка. Давай. Отлично. Очки, да ладно. Ну ладно, я важный гусь. Могу себе позволить. Где найти очки? Я вот-вот ничего не понимаю. Давайте посмотрим. А, вот очки. Не-н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 е
теперь! Это его очки! Сраная бабка, она такая шустрая. А если я возьму самолетик, тебе будет насрать на самолетик? Вот самолетик тебе насрать. Слушай, она меня пытается гонять палкой. Слышь, ты посмотри, какая коза вонючая. Гонять. Ты, это не твой самолетик! Это не твой самолетик! Это не, это теперь не твои очки, это очки мальчика. На, мальчик. Мальчик, это твои очки. Мальчик, это твои очки. Надевай их, надевай. Надевай это твои очки. Заставить сопляка надеть не те очки. Лох. Ха, лох. Так, отлично. Запереть сопляка в телефонной будке, заставить кому-нибудь выкупить свои вещи. Может быть... Тихо, тихо, тихо. Он боится гусей. Спокойно. Может быть, его самолетик... это же его... Подожди, женщина... А ты куда дела самолетик? Ну-ка, дай сюда. Я за тобой бегу, я гусь! Я гусь! Я гусь! Назад, назад, вышел оттуда, я гусь! Я гусь! Я гусь! Я гусь! Наглый гусь! Я хочу, чтобы он купил... Опа, 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 самолетик-то его... Самолетик-то, вот он лежит, а все, да ты чё, охерела, подожди, я там за мальчиком наблюдаю. Ему придется купить самолетик. Ему реально придется купить бедному самолетик. Он такой, это мой самолетик. Она говорит, нет, это теперь не твой самолетик, я его нашла. Подставили пацана. О, ты посмотри, что она делает, она прям вырывает, как говорит, плати мне, скотина, ему приходится платить. Какая наглая тетка. Заставить кому-нибудь выкупить свои вещи. Выкупил. Супер. А дальше что? Запереть сопляка, попасть на ТВ. Как попасть на ТВ? Я не знаю, как попасть на ТВ. Но давайте дальше что-нибудь шкодить с вами и делать, предпринимать какие-нибудь... Ну-ка, куси их. А все. Нету касочного аппарата. Ля-л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 я. Все еще за мной такая подметает. Ты посмотри, какая коза. Я заберу туалетную бумагу. Все, она ее не видела. Она не видела, что кто-то ее упер. А мальчика надо как-то запереть в будке. Мальчик. Привет, маленький мальчик. Ты боишься гусей? Боишься гусей? Бойся, сука, гусей, бойся, гусюка. Так, а чем тебя запереть? Запереть сопляка в телефонной будке. Соси бебру, лох. Опа, опа, тетя, там этого сопляка зажала. Сопляка, гусь. Мальчика запер гусь, надо на фоне него встать.
Не-не-не, я не пущу. Я не пущу. Не выпускай его. Не надо. Не выпускай. Нет. Нет, я гусь. Я гусь. Я важный гусь. Она открыла дверь. Она открыла дверь. Она открыла дверь. О, смотри. Так, и чё? И чё? И зачем я здесь? Ой, не то. Ой, не то опять. Я что-то сделал. О, я гусь. Попасть на ТВ. А как я попал на ТВ? Круто, ты попал на ТВ. Новый список дел. Сходить в магазин, запереть продавщицу в гараже. Это как? Гусюка, я гусь. Страшно тебе, маленький оболтус, а? Иди сюда. А ну иди сюда. Иди сюда. Куда пошел? А ну вернись. Вернись. Я гусь. Я дикий, сука, гусь. Дай мне сюда. Ты чё, охерел? Ты чё, дерзкий ты такой стал? Ну-ка, дай сюда свои сраные говножопные. О, смотри-ка, она чё пометила. Никаких гусей. Пошла отсюда нахер. Могу ли я свалить мусорку? Могу, ну-ка. И чё здесь у нас в мусорке? А, объедки. О, зубная щетка. Ты видал, зубная щетка? Вот она где была. А ее же нужно в какую-то там корзинку положить. Я так понимаю, в продуктовую корзинку? Яблоко убери-то. Это не надо. Ну-ка. Это моя зубная щетка. Персональная гусиная зубная щетка. Такой щетки нет ни у кого. Давай-ка я попробую ее вот сюда положить. Ну, реально, мне кажется, это та самая... Да не бегишь ты. Да все, все, я ушел. Ушел, ушел. Тихонько. Так. Засчиталось? Вот, зубная щетка. Есть. Щетку, расческу, консервы. Так, давай, значит, смотри. Но, значит, в эту корзину реально нужно все это упаковать. Добро, какой-то там очиститель, что-то там еще. Как-то эту тетку запереть. Ну, я не знаю, как. Опа. Ага. Ой. А я могу выйти? Открой! Спасибо. Я тупой. Зайди, зайди, зайди сюда. Сюда, зайди! Зайди! Ты сука. Ладно. Ладно. Давай, 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 давай. Да коза ты драная. Мне надо как-то аккуратненько ее заманить на ее же продукт. Я просто смотрю. Оп. Спокойно. Оп, хорош. Так, выходим отсюда. Да, да, ну куда ты, не туда? Давай, оп, оп, оп. Вот так вот. Ага, все, а все, а все раньше надо было. Поняла? Не в ту дырку залезла, коза. Все. Ну-ка, берем этот стеклоочиститель. Она ж не... Ой, она умеет открывать дверь. Она умеет открывать дверь. Блин, это плохо. Ну ничего, зато мы ее видели, задоминировали. Так, спокойно, гусь. Так, это считается? А, очиститель есть, фрукты... Блин, очиститель... А, то есть рядом с корзиной тоже считается? Вроде бы бабка там что-то поняла, что что-то она сделала не так. Не тому дорогу перешла. Есть расческа, туалетная бумага. Туалетная бумага у нас лежит вот здесь где-то, вот она. Вот она, наша красивая туалетка. Непонятно, зачем туалетная бумага гусю, но пусть она у него будет. А чё? Гуси тоже какают. Может быть, это гусь, который следит за своей гигиене. А, так, консервы, очиститель, фрукты. Сходить в магазин. Какой в магазин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой магазин? Я в тот магазин уже сходил.
Я тебе сейчас твою клюшку в жопу тебе засуну. Ты поняла меня? Не беси меня. Да все, не будет у тебя твоей клюшки. Давай, все, поняла? С кем связалась, овца? Коза драная, старуха. Значит, смотри, нам нужны фрукты. Я так понимаю, это фрукты или это не фрукты? Но это похоже на фрукты. Вроде бы она не должна меня сейчас заметить. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Заметила. А, она чешет репу. Она поняла, что нет апельсина, но не поняла, кто его спер. Отлично. Все, итого. Фрукты, овощи есть, консервы осталось положить в магазин. Угу. Консервы. А как здесь в этой игре выглядит? Вот это консервы? Так, стоп. Вот это, наверное, реально консервы, мне кажется. Ну-ка. Есть, сходить в магазин. Я все это сделал. Главная улица пройдена. Пошла нахер, я гордый гусь. И я от тебя ухожу. Все, до свидания. Нам, наверное, вот сюда. Я думаю, что куда-то да. Потому что не просто так она открыла эту дверь. Скорее всего, наша новая локация где-то здесь. Гусь-воровака идет искать свою новую жертву, доминировать и унижать. Ой, тут развилка. Налево пойдешь. Пиздюля найдешь, направо пойдешь, может быть, выживешь. Не знаю, ну пошли куда-нибудь, там что-нибудь сейчас найдем. О, 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 вот, смотри-ка, дырдочка. Ну-ка. Добрый вечер. Добрый, не проходит жопа, жирноват. Все, я прошел, здравствуйте. А, как дела? Ой, какие-то тут опять сады. Мужчина с чаем. Здравствуйте, как дела? Я возьму вашу шляпу. А, тихо, мужчина. Все, извините, извините. Я не то взял. Не то, извините, простите, спасибо. Так, заставить кому-нибудь разбить красивую вазу, помочь женщине нарядить бюст. Бюст. Заставить человека пролить чай, нарядиться в ленточку, заставить человека ходить босиком, устроить стирку с лифчиками, носками, тапочком, куском мыла. Я думаю, что этим мы будем с вами заниматься, наверное, в следующей серии. Хотя, не знаю, нет, наверное, давайте еще играть. Так, тапочки. Я так понимаю, что тапочки надо у него снять и заставить его ходить босиком. Здрасте. Я... Нет, нет. Ой, я гусь, который курил. Я вы трубку курил. О, женщина. Вы присядьте, мужчина. О, смотри, подглядывает. Смотри, подглядывает за ним. Сейчас он, когда сядет за свою газетку, я у него соберу тапок. Отдай тапочка. Не-не-не. Подождите. Ой, лох. Так, а вторую тапочку у него надо забирать? Ой-ой-ой. Мужчина, вы босиком. Ай-яй-яй. Где же ваша тапочка? Надо вторую, наверное, тапочку забрать. Да тихо. Чё дергаешь ты? Не-не-не, я гусь, га. Га-га-га. Гуси-гуси, га-га-га, я просто стою. Ля-ля-ля, я дружелюбный гусь. Дай тапочку сейчас. Не хочу нюхать твою пяточку, хочу тапочку. Я, видишь, я хороший гусь. Я хороший гусь. Добрый, дружелюбный гусь. Он чай не пьет, меня это беспокоит. Ладно, пойдемте посмотрим, что тут есть еще. А, розочки какие-то. Ой, ленточка. Ну-ка. Дай. А я могу ленточку взять? О, смотрите, я у соседки. У нее тут свои гуси есть какие-то. Так. Помочь женщине нарядить бюст, заставить человека пролить чай, нарядиться в ленточку, заставить человека ходить босиком. Ой, ну это прямо, это будет сложно, какие-то бюсты. Я гусь. Ой, не-не-не, женщина, не закрывай меня, стой, я гусь. Не надо, не закрывай. О, ты посмотри, она реально прям закрывает. Ах ты, коза. Она реально закрывает, ты видел? Так, мужчина. Ты чё обосрался так? Дай газету. Надо у него забрать что-то, чтобы он походил без тапочки. Ходи без тапочки. Не, у него что-то вторая тапочка не снимается.
твоя бита для крикета, брат. Брат, братишка, у меня бита для крикета. А зачем ты взял мячик? Поиграть пошел? Да дай пройду. Я гость. Ой, сейчас он мне когда сбитый по голове. Будет из меня гусиная отбивная. Не, ну он реально чай не пьет. Не, я пока не знаю, что надо сделать здесь. Но очень интересно. Как-то вот до этого было проще, а сейчас что-то не знаю. Так, я снова прошел к этой женщине. Только смысл какой? О. А, наверное, чтобы делать вот так. Опа. Сосед-то извращенец. А сосед-то извращуга та еще. Потаскал твои лифаки, а ты за ним подглядывать. Наверное, нравится он ей. А он, видишь, какой. Вот так. Блин, иди отсюда, Клуша. Иди чем-нибудь займись. Ага, как ты его достанешь? Никак ты его не достанешь. Это мой носочек! Это мой носочек! Женщина, не закрывай! Это мой носочек! Подожди, твою мать! Да стой ты, это мой носочек! Все! А все, у сосед не заберешь носочек, соси. Безносковая теперь ты женщина. Безносковая, носочка, точка нету. Все, был носок и нет носка. Так, давайте посмотрим, что там наш важный мужчина. Но он не пьет чай. Почему ты не пьешь чай? Надо как-то вторую тапочку снять, но я не понимаю, как ее снять. Он только одну почему-то снимает и все. Ладно, надо пойти в бабскую вот. А, вот это вот, наверное, большая стирка. Наверное, вот сюда нужно это все положить. Ну-ка, ну-ка, дай попробуем. Работает или нет? По-моему, не работает. Ну ладно, ничего, пусть носок зато валяется. Ничего страшного в этом нет. Надо понять, что делать у этой женщины здесь. Давай, дерни. Дерни за веревочку, двери откроются. Мне в детстве всегда говорили. Пойдем. Здесь надо как-то разбить вазу. Как-то что-то там еще сделать. Какие-то вон там бубульдуль. Бюст, бюст. Рыба, нарциссы. У нее тут мыло есть. О, вот мыло я заберу у вас. Не-н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 е
вами. Опа. Так, и чё? Во! Куском мыла. Носками. Значит, я все правильно делаю. Значит, я делаю реально все правильно. Лифчик теперь сюда. А вот такая вот у нас тут большая стирка началась. А вот так вот. Так, тапочек еще нужно сюда принести. Давай принесем. Оп. О. Так, ты куда пошел? Че это он чешется? Ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Тихо-тихо. Здравствуйте, я гусь. Надо, чтобы он облился чаем. Надо его напугать, да? А, заставить человека пролить. Вот, все, спокойно. Сейчас будем гоготать. А пейте чай, я просто стою. Я просто гусь. Так, а чё, я его заставила ходить босиком? Но зато он пролил... А, ходить босиком заставили, но... Он не пролил чай. Но босиком он походил. Это неплохо. Да не мешай мне. Мне еще надо стирку тапочкам отнести. Ты сядь, пожалуйста, я буду тебя дальше... Да не кошмарь меня, слышь! Ты на кого бычку включила, а? Сел на жопу ровно. Быстро. Я сказал. Я опасный гусь. Надо как-то его реально заставить пролить чай, но я не понимаю как. Так, ладно, он попил чай, я не понял, как проливать чай. Но у меня есть тапочка. Тебе надо быстро этот тапочек унести. Быстрее, 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 быстрее. Та-та-ра, большую стирку. Есть контакт. Хорошо. Носочек еще один нужно принести. Вот сюда, в эту вот херню. Где-то здесь висит наш носочек. Вот он, носочек. Иди сюда, мой маленький, хорошенький носочек. Не, ну это просто. Когда они вот разделены, стирку устроили. Молодцы. Хорошее задание выполнили. Нарядиться в ленточку. Не понимаю, как наряжаться в ленточку, если честно. А, вот в эту ленточку, ну-ка. А как в нее нарядиться-то? Подожди, ну-ка, подожди, стой, стой. Гусь. Подожди. Да подожди, я хочу нарядиться в ленточку.
Тупая, жадная женщина. Да, да, это мое. Вот тут какой-то вон замочек непонятно. А-а-а, может быть, когда он пьет чай, надо сделать вот так? Да, походу, смотри. Реально, когда он будет пить чай, надо будет его так и напугать. Рил. А чё ты смотришь на свой лифак? А все, раньше надо было. Лифчик теперь все, нету тюти-тюти. Я не понимаю. Отстань от меня! Отстань! Щеми, Борис, Борис! А я не могу отсюда выйти? Так, как мне надеть эту сраную ленточку? Не надо, женщина! Короче, ладно, давайте я на этом закончу. Если вам понравилось, то пишите в комментарии, играем в эту игру еще. Если нет, то тогда это будет последняя серия. В общем, все, как всегда, подписывайся на канал, пиши обязательно комментарий. Увидимся уже очень скоро. Пока.